Всем привет! Сегодня 13 октября, а мы все по-прежнему ездим на дачу. Игорь с другом качель доделывают, крышу, то есть начали делать на качели. А я решила вот здесь вот грядочку перекопать. И если сегодня успею, то посею лук-чернушка. Батун, другого сорта не было. Еще вот сюда, если успею, потому что уже начинает темнеть. Уже солнце заходит. Вот. Что я вам могу сказать? Вот то место, где опилками я мульчировала, копается легко. А вот где не было мульчировано, копается, конечно, в разы тяжелее. Вот здесь вот для тропиночки я обкапывала. Здесь тяжелее копается. А где вот здесь вот опилочки, и земля такая рыхлая, и копается легче. В следующем году, в общем, буду обязательно все мульчировать. Вот тут вот еще тоже грядку надо будет в следующем году, наверное, уже копать. Потому что в этом году у меня уже сил, к сожалению, не хватит. Вот. В общем, вот так вот я перекопала. Посмотрите, как смешно это у меня все получилось. Криво, косо, непонятно как. Ну, грядки как бы еще только размечаются, толком не размечены. Копырь я тот еще учусь. Ну да ладно, сейчас тяпочкой подделаем, кое-где краешки тоже подкопаем. И будем сеять чернушку, если успею. Так, вот и стало, в общем, у нас темно. Значит, в краткости, вот эти первые три ряда от тропинки посажен чернушка, лук-батун, он многолетний. Ну, я его посадила на зелень, на песок. И песочком присыпала, сейчас еще земелькой присыплю. Четвертый вот ряд от тропинки идет вот здесь вот две чесночинины. Полностью, вот они целиковые. Вот, целиковые, темно уже, плохо видно, темнеет. Здесь две чесночинины, одна на одной штуке, то есть четыре штуки. А вот здесь вот, то уже получается пятый ряд идет по одному зубчику. Сейчас песочком присыплю, земелькой присыплю, и на этом у нас получится вот все. В общем, у нас уже темно, холодно. Прогноз погоды на сегодня в конце ролика я скину. Ради интереса, это город Ярославль. И закончила я посадку все-таки. Я смогла, я сделала, я чернушечку посадила. Батун. Вот. Но я до этого вам говорила. Вот. Ну, не видать, темно. Ну, что я могу сказать? Я очень довольна этим сезоном. Очень много грядок вскопано и перекопано. Ну, правда... То, что сидераты сеяла, не смогла я сегодня перекопать, и до этого тоже у меня были другие дела на даче. Другие грядки подготавливала. Скорее всего, в этом году пару грядок в зиму уйдут некопанные. А может быть, все-таки я и смогу перекопать, успею. Ну, а на этом я с вами на сегодняшний день прощаюсь. И до новых встреч. Пока!